Так, привет, дорогие друзья. Дорогие друзья. Мы сегодня снимаем наш второй влог. Ой, на улице дождь, смотри, Алисия. Это как раз очень хорошо. Почему? Да потому что никого сейчас на улице не будет. Нам как раз сейчас на улице никто не нужен. Почему? Потому что... Мы хотим немножко покататься на машине. Причем Алисия хочет сама научиться, как надо правильно кататься на машине. Я уже могу рулить. Да, мы уже один раз пробовали. Но мы сейчас хотим прямо на самом деле очень быстро покататься. Мяу, мяу. Да, не получается. Да ладно, что ты? Мяу. Папа, ну хватит. Так, ладно, все, едем искать какое-то укромное местечко. И будем там учиться, как надо правильно машину водить. Пока. А если нас полицаи все равно заловят, что будем делать? Ну кто будет платить-то? Ну мне только 120, это не хватит. У тебя 120? Алисия, алло, откуда у тебя такие большие деньги? Ну, я не могу. Кошмар. Так а что, смотри, здесь хорошо, вообще никого нет. Да, но... Только там какая-то одна одинокая машина стоит. Мига, папа, я хочу по кругу поездить. Ну так давай. Ну тогда... Пш-пш-пш-пш. Чего, чего? Бремс. Да подожди, подожди, бремс. Я хочу просто немножко сам проехать и посмотреть. Потому что там окей. Вот машина какая-то вдалеке, она подозрительная немножко. Главное, чтобы никого не было, понимаешь? Угу. Если там как какой-то будто... дядя сидит, понимаешь, будет нам мешать. И там никого никто нет. Не сидит. Ладно, все, теперь бремс. Бремс. Бремзен. Давай. Да, да. Бремзен. Окей. Меняемся местами. То есть мы не меняемся, так, подожди, как меняемся? Только... Да, я на тебя. И мой телефон. Давай. Давай, закрывай. Закрывай, конечно. Закрывай дверь, я сказала. Как-то... В этот раз как-то теснее. Да ладно, папа, нормально. Нормально. Мне хорошо, а тебе? Я как-то не уверен. Ой, я что? А что ты сняла свои кеды? Ну, чтобы тебя не пачкать. Да, ну давай, включай. Ну что включать? Ну, газ. Ну, ты же. Так я, давай, ты что, забыл? Да нет, да не туда дави, я сам туда дави. А все? А нет. Ага, назад. Готово? Да. Поехали. Только не слишком быстро пока. Окей. Okay. Я начала немножко привыкнуть, а потом только. Лися, я немножко волнуюсь, ты знаешь. Ну как, привыкла? Немножко, да. Там какие-то лужи. Чилих-чилих. Папа, чилих-чилих. Чилих-чилих. Чилих. Вау-вау-вау. Лися, куда ты? В самую лужу. Я хотела в самую лужу. Ладно, давай, все. Да-да-да, он там, он там, да. там. Ну давай тогда задний ход. Давай, не-не-не, подожди, стой, не паникуй. Стой, да. Подожди. Так, остановились, задний ход. Да. Отлично. Куда поедем? В какую сторону? Это, конечно, немного странно, что он там... Ладно, Игорь, давай. Ошивается он как-то там, не знаю, как будто ему делать нечего. Можно, потому что так хуже видно. Давай газ. Или вот это газ, я уже не знаю. Ну и как? Готово? Да, давай. Ты давай. Хопа-па-па-па. Вон там что-то забирает. Окей, ну окей. Ну и ладно. Да. Она нас смотрит. Как будто ты тетя. Да, я за тебя тетя, давай, поворачивай налево. Я вот тебя немножко спрячу. А подумали, это какой-то странный человек, у него две головы. Ну что, да? Да, все нормально. Иди
Ну, тут какие-то уже кнопочки знаешь, наверное? Ну, я знаю вот это драйв и вот это рюкзак, вот эта штучка. И... Ну-ка, покажи, это что? Вот это... Это вперед, это а D? Это... Да, D. А D что значит? Ну, драйв. А драйв это что? Ну, ездить. А, правильно, по-английски, что ли? Да. А, на тюле. А рей я забыла. Это рюкзак. Да. Эй, ну это странно, английский и немецкий. Ну, так легче запомнить. Там еще другие люди. Где? Там еще две, плюс две, там три люди. Плюс две людя? Это три люди. Одна тетя, папа. Ну, смотри, вон они... Ой, там шесть ног, Олеся. Ты видела шесть да, ног? Да, вот видишь, там три люди. А, да мне кажется, мужчина на нас не смотрит. Да ладно. И все равно. Ну окей, окей. Ну тогда все хорошо. Я хорошо еду. Отлично. Может, давай немного погазуем? Ой, папа, только не слишком. Ой. Осторожно. Я крутая машина, а после машинки еду. Окей. Окей. Папа. Все нормально, под контролем. Слушай, мы так классно разогнались. Поехали на какое-то новое место, а? Ой. Не знаю. Где еще меньше людей. Ну, там будет такое большое поле, и там вообще нету машин. О, но да. Могут быть люди, которые гуляют со своими собачками. Ой. Давай сюда, сейчас направо вставай. Папа. Ты чудишь, киш. Челик. Ну, папа, я думала, ты будешь тормозить. Так я так притормозил. Ну, как, все. Все? Ладно, приехали. Ну, папа. Так, ну что, сделаем пока маленькую паузу. Ну, как у тебя, нормально? Да. Помнила немножко, как правильно ездить? Да. Слушай, ты вообще на парковку ты поставила или нет, Алися? Нет. А, правильно. Все, поехали. На новое место. Пока наше место. Тут было классно, но нам мешали люди. Ах, не люблю люди. Я еду. Нет, это я еду. Ты на газ нажимаешь? Я вообще ничего не нажимаю, она сама едет. Найн, папа, ты нажимаешь, конечно. Так я ничего не нажимаю, это она сама машина едет, это автоматическая машина, она едет сама. Найн, ты просто папа. Ногу убираешь с тормоза, и она начинает потихонечку сама катиться. Правда? Да. Там только есть что, тормоз? Ну и газ тоже есть. Ну почему тогда надо газ, если она автоматическая? Ну она автоматическая, только чуть-чуть. Пока! Учитесь ездить на машине, как Алисия. Папа, я ее не нажала. Папа, как это? Как это выключить? Она всегда... Ну... Я не помню. Я ничего не нажимаю. Я твой отец. Эй, ты козявка. Посмотри-ка, подожди-ка. Это Элис. Да, я крутая. Ты козявка. Козявка.